Алло! Алло! Алло, алло, потом! Бля! Посмотрите на него, посмотрите, идет он, идет. Ты че, охуел? Мы снимаем. Ребята, всем привет! Уже почти подошел первый день в Москве к концу. Это, если вы не знали, Кирилл. Вот. Вы? Вот. А? Опять вы. А мы дико, ребята, уставшие. Смотрите, Кирилл очень нарисовал. Если вам видно. Прикольно, короче. Йоу. Все помялось, ребята, все помялось. Вот, значит, это было лучше. Мы сейчас идем встречаться с моим братком, чтобы у него переночевать первую ночь. Да. И вот. А потом мы встретим, ребят, в следующий день уже Игоря и Эдисона. Да. Да. Вот. Встретимся, ребята, завтра. Итак, ребята, доброе утро. Мы едем встречать Эдисона. Он нас побьет, товарищи. Нас побьет. Но мы надеемся, что нет. Да. Эта камера смотрит на меня, но я на что-то мягко. Вот ты гадина. Он приедет, вообще здесь должен стоять. Так что мы уже боимся. Короче, буду снимать, наверное, так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, Светка ведет. Светка ведет. Госдеп. Придет Эдисон, это Эдисон. Здорово, здорово. Алло, да, связь идет. А где микрофон? Вы не представляете, кто здесь сидит, товарищи. Что вы хотите сказать по этому поводу? Нет. У меня стресс. Мы ждем Игоря. Йоу. Пока что никого нету. Станция метро Павелецкая. Москва. Ребята, прием. Все вместе. Так, опять вы. Я сегодня захватываю канал, второй канал Евгения, Шаду Персик. Наконец-то все встретились, прошел целый день. Я тебе говорю, у Игоря голос другой в жизни. Это капец, ребята, он его искажает специально. Ребята, мы заселились в отель. Значит, смотрите, у нас такой офигительный номер, я не знаю, как его показать. Я будешь опять... Можешь не снимать, брат, аккуратнее. Смотрите, вы, короче, это... Печень услуг. Я нашел печень услуг. Услуг предоставляет службу медицины. Да, да. Саун. Так, я пока их оставлю. Короче, смотрите, ребята. Живем мы, конечно, не в центре, но... Нам не нравится, если честно. Мне нравится. Это сейчас кину. А тут, кстати, спит Эдисон. Короче, смотри, тут сауна, но про телок ничего не написано, да? Часы круглосуточные. Ну, это намек, да? Ребята, смотрите, мы нашли просто уникальную вещь. Вот видите этот шкафчик? А? Мы вот... Там, не переживайте. Мы в него заходим. И все. Тут можно жить даже, смотрите. Окей. Опа! Блин, Эдисон закрыл! Помогите! Помогите! Я задыхаюсь! А, сука! Все, вышел из шкафа. Это Игорь. Смотри, двое тебя. Поссать не даем. Что мы имеем? Что мы имеем? Нас сводит какой-то даун в красных штанах. Наркоман. Наркоман. Что он делает? Худой, бледный. Капец. В непонятные места. Мы не ели, не пили уже сутки. Трое. Да. Я не спал три месяца. Мне плохо. Смотрите, смотрите, он курит, смотрите, он прячет, у него в руке, смотрите, да, у него... Ничего он... нет. У него сигарета, у него сигарета. А он записывал видос и говорил, что не курит. Понимаете? Я не курю. Он против курения говорил, мне. Он на 95% безопаснее. Ребят, у него есть день рождения, поэтому все пишем в комментариях. Хэштеги, да. Хэштеги, хэштеги. Поздравляем. Да, если мы в Москву Сити, так что я не знаю, как это показать, это... А, смотрите, Москва Сити. Да. Что? Тогда мы идем в кино. Да, через часик. А сейчас мы идем массажировать свои жопы. Будет обзор, нет, будет критика. Критика жопы? Да, блядь. Все, ребята, короче, мы пошли в кино. Игорь, какие у тебя ощущения? Расскажи. О, она меня сейчас съест. Не уверен, что ты должен. Да. У меня уже спина болит. Можете мне писать, блядь, что я тут делаю? Что происходит? Короче, сейчас вот эти вот два товарища будут выигрывать мне штурмовика, да, Эдисон? Штурмовик? Они будут стрелять в пиксельную игру. Штурмовик? Вот смотрите, вот этот штурмовик, он мне нужен срочно. Вот этот штурмовик. Ну, кто стреляет, выбирайте. Давай. По очереди, что ли? Я калаш. Давай по очереди. По очереди? Ну, давай. Ой, калаш. Смотрите, смотрите на него, смотрите. А что это такое? Снимайте все остальное, ребят, честно.
семейное видео. Это не семейное видео, это... Вы будете на ютубе. Итак. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Слишком все эпично. А можно мне не двигающиеся туда? Не понял. Убей их, конечно. Уничтожь их. 24 секунды, Игорь. Косожопый. Ты не успеваешь, Игорь, быстрее. Ребята, мы только что... Кормишь неделю, понял? Понимаете, ребята, мы только что постреляли в тире на 2000 рублей нереальными пулями. Это даун, смотрите, рассказываю. Есть тир. То есть, если ты просто в тире стреляешь, 200 рублей платишь. Если стреляешь на определенную игрушку, платишь очень много денег. Мы этого не знали. 70 пуль, 2 косаря. Это даун захотел выиграть штурмовик. Я вообще даже не играл, вы сами, ребята, все видели. Это все он. Он теперь на неделю кормит. У нас зал 4, места 9. 13, 14. 9 у нас ряд. Вот, мы на 9 сейчас. Ну, короче. Так, место 10, 11, 12, 13. Блогеры. Так, теперь я снимаю блоги, иди в жопу. Ты там сейчас микрофон закрыл. Ты дал теперь все, это моя камера, понимаешь? Сейчас, подожди. Палец убираем. Эдисон, это Эдисон, здравствуй. Сейчас штраф возьмем, что в кино снимаем. Здравствуйте. Да, мы пираты, мы сейчас будем снимать кино, выложим его в интернет. Смотри, тут дофига народу. Да, снимаю, я не умею. Не, подожди, я хотел показать, что тут просто очень много народу в зале. Вот. Прикинь, мы сами будем. Ну что, снимаем фильм, короче. Ну что, давайте по человеку сидят. Тут дырки. Показывайте. И дырки. Штурмовик, блядь, ты. Штурмовик. Так вот. Алло! Алло! Алло, потом! Бля! Ребята, море под ливень! Ну ты это вырежешь, да? Нет! Пацаны, несите зонтик! Камера сейчас упадет, дебилы! Короче, рассказываю всю ситуацию. Бля, просто. Ребята, мы, короче. Короче, мы тонем! Сейчас идет ливень, я не знаю, как она. Ну я сверкает! Бля! Все, ребята, мы. Встретимся в отеле. Пока-пока. А может, не встретимся. Пау! Пока.